Ну что, друзья, давайте чуть поговорим, как ваше настроение. Друзья, всем вам доброго дня, всем хорошего погода. Вы улыбались и радовались. Как ваше настроение? Вы мои мощные подписчики. Деминисат, ярарду стар саналлакат, рушгадаяр кулюзакат, сакит азмехер мубарак рай. Я халпозми деминиса. Хотите, я вам бомбовую песню бабахну? Доброго дня, друзья мои, у нас такая вечная погода. Вы просто не представляете, вообще снег, бомбовый снег, белый снег, необычный. Белый снег, короче. Мокрой водой, белый снег. У кого, кто такой может? Погода со мной. Я тебе послал свой лайк, у меня кроссовки лайк. Замужем меня пойдешь, ты от скуки не умрешь. Снова селфи тут и там, у меня свой инстаграм. Заходи ко мне в инстаграм. Такие моменты. Друзья мои, хотите я вам свою песню чуть-чуть спою новую? На днях, иншаллах, выйдет она через пару дней. Будем зажигательные. Такие моменты я для вас готовлю. Бомбовые песни. Сакит веселый. Конечно. Для вас сакит поет. Смотри, какая песня. Скоро выйдет. Вот так вот. Эй! Подожди, подожди. Скоро уходит, друзья, в бомбу один хит. А могу я вам чуть-чуть даже петь его? Если вы не против. Ага, еще вы будете против, что ли? Нет, конечно. Хотите, смотри, на классный момент. Хотите, смотри, словами такие приятные. Через неделю так выйдет, она уже готовится в студии. Классный клип будет, вот такой. Вот так вот. Hey! Вот так. Подожди, не торопись, ко мне, милая, вернись. Куплю тебе Galaxy, навеса хочешь, подожди. Хочешь, iPhone подарю или чайку заварю. Так что, друзья мои, скоро жди, бомбовый хит будет. Вы будете в машинах слушать, ра-та-та-та, па-па-пап. Все впереди. Чуть-чуть терпения, конечно. Вот так. Пошел, 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 пошел. Друзья мои, скоро Сакит сам вас будет радовать. Бомбовый момент. А давай седай, но Сакит поет для вас сам. Сам Сакит. Давай, где мои очки? Очки одень, типа я крутой, да? Крутой человек. Какой я крутой, эй? Нормально. Вот так одеваем. Вот заново. Ой, мама. Это что? Это что? Я себя чувствую, знаю. Давай, 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 давай. А давай, еще вот так сделаем. Да, да, да. Заново, заново. Все вместе. Раз, два, три! Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пару слов. А недолгий вечер. И сильней! А недолгий вечер. Скоро станет ночью темною без снов. Недолгий вечер, ручками, а недолгий вечер, станет ночью.
Давай все вместе. Раз, два, три, погнали. И снова ситая ночь, и только ей доверяю я. Знает ситая ночь не все мои тайны, но дожить и помочь не можешь, и темнота твоя. Ни одному совсем, совсем ни к чему. Эй, друзья, как вам маячки? Кому подарить маячки? Сегодня, иншаллах, там у меня еще остались костюмы остались. Получается, я уже два костюма отправил, друзья мои. Один я в Казахстан, Шымкент отправил, а второй в Дагестан отправил. Сегодня, иншаллах, еще отправлю я. Чуть моменты остались там. Как ваше настроение, друзья? Чем мы занимаемся? Давай еще который. А давай такую песню. Ай, дзана. Очки подходят ко мне? Давай. Я крутой тип, да, смотри, вот так, давай так ставим. Вот так. Ладно. У реки с тобой встречались, крепко за руки держали, в облаку чаевой сладко. Погнали! Веселый, веселый! Ради Аллаха ты прости меня, что обижал тебя порой, что иногда тебя обманывал. Прошу тебя, прости меня. Ради Аллаха ты прости меня, что обижал тебя порой, что иногда тебя обманывал. Прошу тебя, прости меня. Динара, любимая моя Динара, мечта моя, моя Динара, вернись ко мне, молю тебя. Динара, любимая моя Динара, мечта моя, моя Динара, вернись ко мне, молю тебя. У меня такие бомбовые моменты, друзья. О, любовь моя. О, ты любовь моя. Любовь моя. Любовь. Любовь моя. Любовь. Любовь сюзю, любовь сюзюндан götürmüştü ты. Любовь демекти. Берегите себя. Вновь со собой сжигая мосты, в сердце своем ты стеряешь мечты. Где мы с тобой на крыльях любви так нежно пели под звук весны. Как дальше жить, прошу, не скажи. Если со мной не будешь ты, если я
сзади. Сакита кукуар сзади. Знаешь, во всех смыслах кукуар сзади. Сагракю, дай Аллах вам всем здоровья, друзья. Берегите, не болейте. На улице зима, белый снег. Не одевайте теплее, друзья мои. Прежде чем машина садится, грейте машину. Прежде чем машина садится, попейте 2 стакана чай. Вы не чувствовали холод. Это я вам советую. Ай, Мамадзан, Мамадзан. Ай, Мамадзан, але. Давай сам езди. Я вот еду. Не надо по работе ехать. И пока по пробке еду, вы не поверите, друзья мои. Я радуюсь с вами. Кто смеет? Туда нет, Тула, Тула. Брат, брат, сана курба. Кардаш, сана курба. А ты твоя машина, я разве машину могу купить, что ли, бро? Ты че? Китай, Китай, я засхож, чулой вине, а майрош. Китаю большой привет. По-китайски привет как будет? Ихо. По-моему, нет? Нет, нет? Вот так. Ихо. По-китайски привет, салам алейкум будет. Ихо. Походу нет или я неправильно. Кто с Китая, пишите, пожалуйста, комментарии. Жду ваши привет. Китай. По-китайски со мной здоровайся. По-китайски. Ой, мама. Спасибо. Да ладно, спасибо. Спасибо, не намажешь хлеб. Понимаешь, спасибо, спасибо. Какое спасибо? По номеру телефона все привязано, пожалуйста. Жду. Ой, а чё, Андрей? Ниху, ниху, говорит, ниху. Не ихо, а ниху. Ну ладно, одну букву ошибся, это ничего страшного же. Классный караоке, да ладно, да ладно, да ладно. Ты говоришь, что я пьян. Да я сегодня пьяный. А ну налей бокал вина. Такая жизнь поганая. Ты говоришь, что я пьян. Да я сегодня пьяный. А ну налей бокал вина. Смотри, как Сакит сыграл эту песню на пианино. Друзья мои, как есть, я так и сыграл. Я вчера и играл. Кто? Угадайте, что за мелодия? Это я на синтезаторе играю. Чаще. Вот это. Ой, Цандри. Рики Марик. Классно сыграл, да, друзья? Вообще,
души вещи. Михаил Атырокс, а это смотри, всякие что делал, что за песня, я его на днях YouTube выложу, друзья мои. Смотри, всякие что играет. Их я все на своей машине играю, я слушаю. Я потихоньку их добавляю в мой YouTube канал. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Цана и цанова. Баева. Позже я вам на синтезаторе играю, это все. Все как положено. Это смотри. Просто. Это. Ритм, смотри, какой ритм сейчас зайдет. Ай, цаны, это смотри. Это я делаю. Еще познакомились, очень приятно. Меня зовут Андрюха. Андрюха! Я заскучу, что ловили. Я че, Андрюха? А ты сокет. Палатки, сандан, адам олмает. Адам олмает. Адам, сандан, адам. А надо радоваться, друзья мои. Конечно, я еду, пока доезжаю. Песня называется «Азербайджан таранлари». Özü sakit играт ильер на синтезаторе. Тут очень много. Ремикс, смотри, как я сделал. Смотри, как, да? Классно, друзья мои. Я сейчас этой песни добавлю на YouTube. Через, где-то через неделю. Смотри, как классно. Такие моменты я сделал, тут у меня просто времени нету, пока что, друзья мои, новыми песнями занимаюсь, а тут авторские моменты мои где-то на днях выходят они. Новый год, сакит, Дед Мороз вас поздравит новогодними подарками. А это под ремикс, смотри, как погнали. Раз, два, еди. Ай, это ново! Что за песня была? Дудук какой-то. Дюнья гюзели, бахе, цановара бахе, дюнья гюзельна. Ай, цаны. Кайфово, да? Я еду, друзья мои. Я ж дома сижу на синтезаторе и записываю. Вам кому какие песни надо записать, пишите, друзья мои, я вам отправлю отдельно. Сыграю именной, да? Ну, это не бесплатно, конечно, это платно будет, но вам же не жалко меня ничего, правильно, друзья мои? Урехте, да, урехте, валла, урехте. Урехте, да. Ай, цаны, вам же не жалко ничего, поэтому я говорю, друзья мои, пишите по WhatsApp, там все как положено, вам скажу, что по чем, без проблем отправлю. Это же я от души делаю для вас. Надо и как-то карантине... Dünya güzeli, dünya güzeli, valla bu dünya güzeli. Dünya güzeli, billa bu dünya güzeli. Hoş ilişleri,
Aşı ya da o Allah neydi Besmem bir defa Gel üzme beni naz ederim nazlı peri Gel üzme beni naz ederim nazlı peri Да. Диего, ты красавчик! Иваново, у меня есть город Иваново, у меня есть такой бомбовый друг, его зовут Диего. Диего, кто смотрел сериалы, которые старые сериалы, это бы называется Жадо был, Жадо был, какой-то другой был. Там Диего был тоже, да, какой-то? Какой-то Диего был. Диего, ты не обижаешь, друг мой, ты красавчик! Просто я, когда твое имя, знаешь... Ты классное имя, бро, Диего. Ты это сериал смотрел, как это Диего сериал? Кто в этом сериале был? Как-то Дикий ангел, что ли? А, Дикий ангел, там Диего был, говорят. Диего, это красавчик. Бро, город Иваново. Там Диего смеется. Диего, ты красавчик. Я тебе отвечаю. Юрекси, не юрек. Санда нёхта, дай гагам сана курбан. Ты красавчик. Диего, ты кто по нации? Я фашист. Какая разница, кто по нации, не по нации? Чё, я всех уважаю, правда. Так что, сара лезгия, всем салам алейкум. От души, брат. Как тебе настроение, брат? У вас там снега нету? Я могу тебе по WhatsApp чуть-чуть отправить. Как фоткаю. У нас белый снег сегодня. Белый. Снег у нас белый. Саня, юрек, да? Подожди, ты кто? Друг, для этого сделано пешеход. Ты стоишь тут. Ася, сагит зажигай. Пьянсон, десон, дире. Они думают, я пьяный. Да, брат, чуть-чуть. Какой? Я вообще не пью, друг. Ты что говоришь? Я по городу еду, знаешь. Какой пьяный? Ты что, о чем ты говоришь? Ай, Аллах. Такого у меня... Люди, понимаешь, просто сидишь, радуешься, да? То, что радуешься, потому что мне надо... У меня около 100 тысяч коммуналку надо отдавать, понимаешь? Вот для этого и радуюсь. Если не верите, я могу вам печати показать. Вот вы еще говорите. Вот и для этого и смеюсь. 100 тысяч, ужас, сказали, капец будет, сказали. У нас 25 градусов, тепло, что, у нас холодно, то что, 1-1, и что, зачем тепло, всегда тепло, это нехорошо. Да, Диего, красавчик, смешно. Сана курбаном саки. Что он такой всегда? Ай, занавари. Конечно, 24 на 7. У кого ипотека, у кого кредит, у кого проблема. Подписываемся сакиту. Все быстро проходит. Ни в чем не бывало, понимаешь? Так что мы друг другу поможем. Мы скоро, как раньше, пирамиду организуем один. Мои мама, что это на тебе? Чего на тебе девушки не будет смотреть? Подожди. Да ладно. От меня девушки просто тащатся. Thank you.
красавчик, брат. Как тебе дела? Как тебе настроение? Давай вам один бомбовый песню спою, Сайки. Все четко, брат мой. Я рад за тебя, братка. Смотри, Сакит как поет. Maladır ya, biçik bir öledir ya. Derdimi dermanıdır, başıma beladır ya. Gözlerim ağladır ya, biçik bir öledir ya. Derdimi dermanıdır, başıma beladır ya. Да, Владыри, да. У нас такой дождь, правда, не дождь, а снег белый. Белый снег, друзья мои. Бомбовый такой. Вай, май, мамадзан. Прямо реально такой классная погода. Сейчас попозже вам бомбовый вид. Уважаю такие виды, когда всегда улыбаетесь. Конечно, вы не поверите, я вчера пошел. Вы не поверите, вот случай, который случился, да, я вчера был, мне надо было кое-что забрать. Там какое-что заказывал, я поехал забрать. Там сидит один мужик, короче, да. И сидит такой, знаешь, грустный. Я зашел, я на улице, с улицы зашел, просто я без маски. Я от него где-то метров 10 далеко, короче. Он охранник, да. Такой недовольным лицом еще спрашивает там, масочную резину, а что-то там как-то без маски заходишь. Я говорю, туда-сюда. Я говорю, мне просто 2 секунды сейчас спуститься, заберу, я уеду, я, да, я там машину далеко оставил, зашел там забрать, ну, на улице, зачем мне маска, зачем мне, я, понимаешь, как будто маска спасает от чего-то, конечно, ну, режим, значит, не режим, да, это понятное дело. Как будто я, когда без маски выхожу, я чувствую, как будто я без этих выхожу, кто понял, то понял. И она такой, я ему говорю, там, мне это задело, как-то его, оно грустное лицо, он как-то со мной начал по-другому общаться, как будто я его знаю, я его 100 лет знать не хочу, грубо говоря. Ну, взрослый мужик, я уважаю все-таки, да, но как-то таким лицом прямо, я говорю, во-первых, я говорю, будь попроще, я говорю, я с тобой, и не надо со мной так разговаривать, я говорю, улыбайтесь, я говорю, хоть порадуйтесь, я говорю, что вы там... К чему мне улыбаться, говорит. Я говорю, к вам люди потянутся, я говорю, а что там грустным лицом стоишь, говорит. Ты представь, он думает, машина впереди, он так резко остановился. Охренеть, я в шоке, мне сейчас плохо чуть не стало. Да? И, короче, я говорю, улыбайся, говорю, к вам люди потянутся, я говорю, стоит таким. А к чему у него? То, что вы живы, здоровы, у вас все хорошо, я говорю. Короче, пообщался с ним, я говорю. Он начал потом улыбаться и радоваться, я говорю, у тебя хорошо, я говорю. Так что вам тоже, друзья мои. А к чему мне? Да, конечно, грустно бывает, я же не буду своими проблемами вас загружать, правильно? Мне тоже очень много проблем, я же не говорю, мне какие-то моменты. Я захожу вас радовать, вы улыбались и радовались. И погнали! Ура!
Подожди, музыку, музыку, музыку. Танцевальный. Вай, 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 вай. Возьми, возьми, возьми. Возьми вот так, вот так. Ай, молодец. Всем хорошего настроения. Берегите себе своих близких. Андрей Малахов, Казахстан. Всем хорошего настроения. Шабаш не надо, шабаш надо. Шабаш вечно надо. Удачи вам, друзья мои. Я вам попозже вечером обязательно эфир сделаю. Буду играть с инициатором. Вас порадую, обещаю. Береги себя, взаимно, брат. Диего, от души, иншаллах, увидимся.